Всем привет! Сегодня мы получили посылку из Китая, заказывали на AliExpress 11 ноября 2016 года в черную пятницу. Отдали мы за нее 200 рублей. Здесь должно находиться кормушка для цыплят на 1,5 килограмма, как здесь у нас написано. Итак, ну приступим к распаковке. Запечатали, конечно, не очень добротно. Зная нашу почту, видать, постарались. Шла данная посылка до юга Красноярского края чуть больше месяца. На пласт положили. Обертку одну убираем. Кому-то не лень было так ее сильно запечатывать. Так, убираем, убираем, убираем. Как раз можно курятник еще раз утеплить. Так, она немножко тут в разобранном виде. Все, в коробке больше ничего нету. Так, это все на пол, потом уберемся. Итак, приступим к сборке данной конструкции. Есть ручка. Уже удобно будет. Итак, вот такая вот у нас кормушка. Как я уже сказал, рассчитана она на 1,5 килограмма. В принципе, довольно-таки удобно. Ручка убирается. Корм можно насыпать. Но корм должен быть, сразу могу сказать, довольно-таки мелким. Чуть больше пшена. Хотя да, может даже быть немножко покрупнее. Гранулы тоже пройдут сюда. Ну, в принципе, вот такая посылка. Пластик вроде запахов никаких не имеет, довольно-таки приятно на ощупь, что-то даже тут написано Made in China. В принципе, вот такая вот кормушка. Осталось только поставить ее в брудер и вывести цыплят. Так, всем спасибо за просмотр, задаем свои вопросы в комментариях, не забываем поставить лайк, подписываемся на канал. До новых встреч!